растранжирили кучу моментов, да, в первом тайме. Вот. Соперник опасно контратаковал. Вот. Ну, забили два гола, но, к сожалению, там пропустили на последних минутах. Вот. Ну, выиграли. Двигаемся дальше. А есть объяснение тому, что произошло во втором тайме, когда у гостей было несколько моментов для того, чтобы забить, причем даже не 90%, а 5% тайме? Мы расслабились немножко, да. Соперник убаюкивал, мы контролировали игру. Но еще раз говорю, что команда здорово на контратак играет. Вот. И пару-тройку раз, конечно, попались. Вот. Сделаем выводы в выездной игре. Вот. И, я думаю, все нормально будет. А есть ли какие-то сложности в том, что в каждом матче тройка центральных защитников меняется? Да нет, никаких сложностей нет. Это нормально, это ротация состава. Играем на третий, на четвертый, на второй, на третий, да, день. Поэтому есть возможность, да, в защитной линии. У нас много людей, в принципе, все одинакового уровня. И поэтому в линии защиты, я думаю, никто ничего не портит. Вообще соперник удивил или именно этого и ожидали? Ну, мы ожидали, готовились. Вот. Немножко, видите, на концентрацию потеряли, получили. Вот. Еще было несколько моментов. Ну, естественно, сделаем выводы, проанализируем игру. И те, которые были ошибки у нас сегодня, постараемся их исправить в выездной игре и пройти дальше. Мы очень хотим выйти в следующий раунд. И все сделаем для этого.